Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Twice. Со мной моя жена Зина. Всем привет. Мы сегодня будем снимать видео. Мы с ним делать будем баранину с черносливом. Не просто баранину с черносливом, а баранину с молодым картофелем, тушеную с черносливом, луком и, возможно, перцем. Да, начнем с баранины. Мы взяли такую вот баранью мякоть. Это как бы кусочек. Остальное я уже хотел порезать. Примечательно, что она уже была замаринована, посыпана специями. Порезали мы ее вот такие вот кусочки. Вот. Дальше будем готовить следующий ингредиент. Нужно будет заранее порезать лук полукольцами. Морковка нам потребуется. И мы решим, будем ли мы делать рецепт, который со сладким перцем, или ограничимся только картофелем, черносливом, морковью, луком. И, соответственно, будем все это тушить. Сейчас самое главное – это лук. Значит, режем его на 4 части, вот таким вот образом. И вот так вот его порубим полукольцами. И отдельно будем его обжаривать. Да? Следующим этапом кромсаем лук. Кромсаем лук. Не слишком тонко, но и не слишком толсто. Он должен быть в соответствии с ГОСТом. Вот. Потом его обжарим. Я думаю, что на это количество баранины одной луковицы будет маловато. Я думаю, что надо будет еще одну луковицу использовать. Только небольшую. Интересный способ. Я посмотрел, как делают морковь. Заготавливают. Необычный способ резки. Я его решил освоить. Вначале режется вот этими кусочками поперек. Потом вот так вот вдоль. А в результате у нас получается немножко крупнее, чем на терке. То есть именно такие кусочки, которые готовы для тушения. Но тут главное научиться это делать быстро. То есть я пока первый раз таким способом режу. Следующий шаг – чернослив. Вот на то количество баранины, которое у нас есть, и на то количество зелени, нужно будет еще четко рассчитать количество картошки и положить черносливу. В каноническом рецепте на полтора, на килограмм баранины, скажем так, нужно 12 черносливинок, их еще нужно будет порезать. Сейчас мы их выложим, порежем. После совещания мы решили взять 11 вот таких вот картофельных молодых. Каждую порежем пополам, чтобы быстрее готовилось. Больше решили не брать, потому что у нас вот такое количество, еще раз показываю, мяса. Это 2 фунта, да. Вот такое количество у нас будет моркови с луком, чернослив. Я думаю, что иначе переборщим с черносливом. И решили перец сладкий не добавлять. Не будем добавлять сладкий перец. А бульон отдельно тоже готовить не будем, просто зальем кипятком, да, в момент тушения. Или отдельно сделаем бульон? Сейчас можно сделать, сейчас. Сейчас примем решение, будем делать отдельно бульон, которым будем заливать всю смесь. Я сейчас думаю, да, поищем какой-нибудь бульон, сейчас бульонную смесь сделаем просто. Готовый, кноровскую, может, какую-нибудь, и зальем просто. Вот наш главный бог. Да, еще в рецепте необходимо использовать чеснок. Чеснок мы сегодня не купили, забыли про него. Но у нас есть сушеный чеснок. А, не было, подсказывает человек. Не было. Да. Не было его сегодня в магазине, но мы купили вот такой вот. Зина, это чесночная соль, между прочим. Хорошо, посолил чеснок сразу. Ай-ё. По-хорошему, конечно, если делать ресторанный вариант, нужно было купить еще или костяшку баранью и отдельно варить бульон, которым заливается сушение. Но мы решили сэкономить наше время и силы. У нас был куплен такой вот бульонный порошок, который используют для готовки кноровский, купили мы в китайском магазине. И сейчас просто сделаем отдельно такую бульонную жижу с небольшой добавкой чеснока. И еще туда порубим укропа. И этим всем зальем как раз мясо для тушения. Вначале будем обжаривать мясо. Разогреваем сковородочку, сейчас зальем маслица. Масло наливаем чуть-чуть, только что прикрыть сковородочку, чтобы не подгорало, потому что баранина сам по себе жирный продукт. Вот. Нам нужно чуть-чуть ее обжарить,
потом вытащите вот из того, что получится, и здесь уже обжаривать смесь, а потом из того, что останется, делать бульон. Фу, жара. Получается у нас не на один день, это блюдо на несколько дней у нас получится, потому что много получается в баранине. Мне так кажется. Так, куски большие, это хватит на 2-3 дня максимум. Так, идет 2-3 дня. Ну, 3 дня, это, допустим, очень оптимистичный, сказал своим аппетитом, но 2 дня точно. Если будешь, это баранину днем и вечером, то тебе хватит на 2 дня. Я решил чесночным огурцом покупать, чесночной солью. Нам не нужно зажарить, нам нужно и только обжарить. Чтобы она немножко покрылась коробкой, а внутри была сырая. Да. Потому что она готова, когда только полностью сварится. Пахнет обалденно уже. Главное, когда лукашки ее ставят на маленький огонь, чтобы не подгорело. Это хорошо, что запомнила про маленький огонь. Ну что, кто-то или еще? Пожарить. И сюда выставили лук вместе с баракокой, чтобы вот затем пинут. Мы сейчас удалим. И еще проще, на остатках мы сделаем бульон и зальем все это. На мелкости положим мясо прожаренное. Мясо пожарить тогда морковку с луком. Баранья сок дала. Так что будет все отлично. Я включаю. Так, дети устраивают забастовку. Потому что мама их оставила одних. Так. Главное, почему нельзя вывалить сразу? Чтобы сок не вывалил. Чтобы сок не потерялся. Вот. Поэтому пришлось заниматься кропотливым трудом. Сок выливается потом в бульон. Из сока, да, потом бульон делается. Очень вкусный, точно. Сочный получится мясо. Так. Заметь, ты потом будешь здесь укладывать все слоями? Да. Я пока просто все это вытяну. Заметь, да. что плита у нас освечивает не розовым, а сиреневым. Хотя я уже обратил внимание, когда до этого видео делал. А почему так? Пес его знает. Знаешь, мне кажется, что камера какой-то другой диапазон. Как интересно. Я вижу красный, розовый, а здесь сиреневый. С смещением в другую область, в ту самую. Может быть, камера захватывает чуть-чуть инфракрасную область. Наверное, посмотрите, прикольно. Такой цвет. Да, может быть. Так, чего? Теперь бери морковку с луком. Взяли и высыпали морковку с луком в сковородку. Сейчас будем обжаривать. То, что было. Да. Знаешь, для усиления эффекта еще это посыплю чесночным солью этой. А может с собой скоро снимать, если будем так готовить, то будет интересно, скоро придется снимать. Что снимать скоро? Из
снимать для профессионального канала, который называется будет кулинария плюс. Не-не-не-не, это... Ребята, самый классный канал «Обожрить». Вот это работает четко, месседж понятен всем. Или «Ночная битва с холодильником». Ну, второй занятор мне нравится. «Ночная битва с холодильником»? Да. Два канала, один дневной, другой ночной, потому что блюда, которые готовятся после 9 часов вечера, они отличаются от тех блюд, которые готовят днем, потому что есть специфика тех людей, которые ночью хотят жрать, но это отдельный разговор. Когда жорик нападает ночью, это нужно отдельный трактат писать. То есть ты будешь снимать для них, кто ест днем, а для других людей, кто ест вечером? После, кто ночью после ест? После 6 вечера. После 9. А после 9 вечера? После 6 нельзя, после 9 можно. Понятно. Хорошая политика. Ешь, пей, веселись, ибо завтра наступит пост. Мне кажется, ты можешь всегда есть и съесть. Или во время суток. Только добавлю температуру, потому что то, что годится для мяса, для овощей мало. Первое время нужно несколько секунд пошило, и потом поменьше, чтобы лук пожарился. Морковку или... Пока дети требуют маму, мама перехватила у папы управление. Все-таки, по большому счету, большую часть времени на кухне проводит моя жена. Я появляюсь на кухне только когда нужно готовить какие-то ресторанные или какие-то крутые блюда. А я что, не готовлю ресторанные блюда? Тоже готовлю. Готовишь под моим чутким руководством. Кто тебе готовил печень? Да. Печень готовила ты, но это не ресторанное блюдо, это просто блюдо вкусное. Ну, приготовил печень хорошо, куриную печень приготовили достойно, вкусно. В прошлый раз мясо тоже делала. Мясо, да, тоже ты делала. А что? Приходится время много говорить на кухне, потому что и двое детей, и ну, все хотят есть, особенно старшая дочка. А, старшая дочка, наконец-то. Господа, те, у кого маленькие дети, я знаю, есть проблема заставить ребенка есть. Мы пытались заставить ребенка. Не надо этого делать, это пагубная трата своего времени и своих нервов. Ребенок должен как следует проголодаться и сам начать есть. И тогда все будет нормально. Сегодня девочка сама попросила сосисок, овощей. Все было нормально. Мы ходим в американский садик. А, начали ходить в садик, и ребенок стал интегрироваться. Ребенку дают чипсы, аквамоли, дают всякие готовые еду, которые только нужно разогревать. Ребенок об забастовку устроил, чипсы он не стал есть. Сегодня чипсы не стал есть. Пришел домой, подошел ко мне. Открыл холодильник. Достал сосиски. Трехлетний ребенок открыл холодильник, достал упаковку диетических сосисок, которые жена себе покупает. Вот так вот, вот. У нас смотрит американский садик. Подожди еще пару лет, она сама будет готовить. Я покажу пару рецептов, научу китайскую кухню делать, и все, можно будет отдыхать и составлять только меню. В магазине прикладываем лук слоями сверху. Слушай, давай мы по-другому сделаем. Просто помогу тебе со сковородки через стряхнуть туда, ты слои потом будешь там выкладывать. Я могу так сделать. Сейчас все сделаем. Что решили делать? Решили мы добавили сюда, короче... Да, а бульон решили делать на основе вот такой сальсы. Получится, мясо будет сочнее. Я думаю, да. Туда будет кукуруза, туда... Осторожно поливай свои банки. Туда будет кукуруза, фасоль. То есть посмотрели его на спину. Да, и добавь сюда еще немножко бульонной смеси хмуровской. Да, сейчас уже. Да. Ответственный момент. Заливаем бульон. Бульон заливаем... Да, убирай эту штуку, вообще положи на их, чтобы не мешало. Бульон заливаем вот в наши овощи с мясом. Вот так вот. Здесь кукурузка, здесь фасоль, здесь все у нас. Немножко пришлось нам еще кипятка долить, потому что у нас получился слишком концентрированный бульон. Да, мы немножко развели его. Да, но перемешали мы все с картофелем все равномерно. Ну что теперь, на час-два тушиться? Да, да. 7:14, 8:09, да? И пусть тушится на большом огоньке. На небольшом огне, да. Да, здесь мы оставили уже огонь, такой вот. На медиум. И, в принципе, пусть тушится час. Смотрим по состоянию картофеля. Картофель будет протыкаться, я думаю, что будет готово ну уже. Ну да, мясо готовится меньше, чем картошка, на самом деле. Тем более баранина такая уже, да, замаринованная. А картошка здесь готовится дольше, чем в России. Ну, зато она натуральная. Картошка здесь варится, а Россия, я варила 25 минут, здесь она варится 45 минут, варится картошка. Ну, значит, 8:15, я думаю, контрольное пожирание.
Да, на доме, да. Контрольное пожирание на 8.15, вот. Так что закрываем крышкой и ждем, да? Что будет дальше. Прошло 45 минут, но запах стоит по кухне такой, что я не знаю, у меня уже начались голодные корчи уже. Жду не дождусь, когда же будет 8 часов 15 минут, чтобы сделать контрольный жор. Надо проверить, готовы ли. Ну, божественно, это пахнет просто чудесно. Ну все, прошел час, контрольный жор. Взял контрольную порцию, сейчас будем проверять. Картошечку лучше. Горячо. Она тает. Слушай, она просто восхитительна. Ну, один кусочек мяса. Тот самый. Вот он. Горячий. В чем секрет хот-дога? Почему такой вкус? Ловим, он. Я думаю, да, это вкус томатной пасты. В томатной пасте много всего входит. Думаешь, томатная паста была? Да, кукуруза, там все, томатная паста. Томатная паста делает все мягче. Слушай, и мне кажется, что вот то, что мы с тобой бульон сделали отдельно и залили. Да. Я думаю, что этот бульон как раз все и решил. Да. Смотри, да, получилась такая консистенция. Как супчик получился? Ну, я сказал, похлебка. Похлебка. Получилась, да, похлебка. И вот эта жижа, она прямо пропитала все. То есть не сухое, обычно, когда баранину готовишь, она суховатая получается. Здесь прям в соку. Лиз, ты ж поел сосиски. Сейчас я кусочек дам. Хорошо. Зин, давай бутылочку вина красного откроем. Да, давай. Это попробуем, поедим. И вот это все сейчас будем есть. Очень красиво получилось. Как в ресторане. Так, я хочу тебя поцеловать. Я успел побриться за это время, пока все готовилось. Мы молодцы. Мы молодцы. Мы вот такое новое сотворили. Ну, что, в следующий раз будем какого-то нового блюда искать, да? Да, рецепт платина, а мы сейчас добавили рецепт, добавили нового. Ну, экспромт получился. Скажем так, были наметки с базовых рецептов. А мы все решили сами это сделать. Да, решили как бы по экспромту сделать то, что получилось. Вполне вероятно, что кто-то нас будет критиковать. Ребенок ревнует. Все, давай. Все. Всем привет, всем пока. Если у кого есть какие-то интересные рецепты, пишите, делитесь. Пишите. Да, слушай, жарко даже. Ух. Рекомендуйте что-то на рекомендуйте приготовить. Мы приготовим. Приготовим. Ну что, хорошей семье. Да, все, счастливо. Да.